требуется. Мы должны написать кассационную жалобу и, то есть, какой механизм подачи, что там, как это происходит? Да, вообще? В принципе, все то же самое, как с апелляцией. Максимально коротко формулируйте самые железобетонные доводы и направляете. Присутствие, опять же, там не обязательно. То есть нужно давить именно какими-то процессуальными моментами. Там, ну вот те моменты, которые четко говорят о том, что кто-то незаконно. Не то, что можно оценивать, да, то есть суд вышестоящей инстанции, тем более кассационной инстанции, он не будет оценивать доказательства, то есть делать переоценку там каким-то доводом суда. Он будет только смотреть законность. С точки зрения материального права и процессуального. То есть в данном случае как бы здесь очевидно, что суд первой инстанции, второй инстанции подменяет право общения с ребенком с изъятием ребенка из семьи. Это абсурдно. Я вот сегодня разговаривал с адвокатом, я ему вот эту коротко сказал, говорю, что областной суд оставил в силе вот это абсурдное решение, что летом забирать ребенка у семьи малолетнего на 3 недели и увозить в Мурманск, на север. Это решение неисполнимое. Судья, когда выносила такое решение, и областной суд, оставляя в силе это решение, они прекрасно понимают, что это решение исполнить невозможно. Никто никогда не отдаст малолетнего ребенка, даже родной бабушке, даже если она очень хорошая бабушка, только потому, что есть решение суда, и она должна его там куда-то увезти на 3 недели, неизвестно что, чего и как потом будет с этим ребенком. Еще раз подчеркиваю, малолетний ребенок. Ну да. Это первый момент. Второй момент. Из семьи, потому что у нас Гражданский кодекс, статья 20, говорит о том, что определяется место жительства ребенка с родителям. Это когда ребенку 14 лет. Он может уже жить отдельно от родителей с их согласия. Да, он может поехать к бабушке пожить, там, не знаю, там, к дедушке и так далее. Но в данном случае речь идет о малолетнем ребенке, за которого родители несут ответственность, вплоть до уголовной. Если что-то случится, кто потом будет отвечать? Какое решение суда? Вы что, ребята? Что, судебные приставы придут и скажут, отдайте ребенка? Да такого быть не может. Я к чему обращаю внимание? Вот именно вот этот довод один нужно развить о том, что это все-таки изъятие ребенка. Не надо подменять понятие изъятие, понятие общения. Это абсолютно разные вещи. Ради бога, приезжай, общайся, никто не ограничивает. Но отбирать ребенка нельзя. И это, думаю, что суды должны понять. Я думаю, это все понимают. А я адвокату, говорю, сказал, ну три слова сказал, он сказал, да, конечно, это бред. Ну все мы понимаем очевидные вещи. Кто сидит в этом, блядь, областном суде? В районном суде? Они как чем они думают? Какое говно у них в голове? Я ж когда читаю... Да какая разница, лапа, не лапа? Я читаю решение суда. Но если вы уверены в том, что вы правы, да, блин, напишите грамотно так, чтобы к вам не подкопаться. А когда я читаю на хрен знает с каких страницах какую-то говнопляску, не знаю о чем, просто идет какой-то ни о чем, к делу не относящийся. Так им надо, понимаешь, вот незаконность замазать вот этим... Да не надо, я про это и говорю. Пишите максимально коротко, не давайте этим, не хочу ругаться, просятся вот эти слова нехорошие, не давайте им повод вот это все размыливать. Я понимаю, что даже это им дает повод. Понимаете, они вот это мусолили, знаете, что они мусолили? А то, что вы там все это время мусолили. Все вот это вы мусолили, про бабулю, какая она там неполноценная, там то-то, психически больная. Вы понимаете, вот самая большая проблема вот всех дел, с которыми вы сталкиваетесь, вы засираете дело, понимаете? Я вам прямым текстом говорю, я не стесняюсь, я вам говорю прямым текстом. Вам надо максимально брать коротко и отсекать все ненужное. Тема в том, что у нас, понимаешь, у нас где-то на середине дела, вот они начали вот такие игры непонятные играть. То есть сначала они
такие активные были. Мы Сарьяна взяли за дело, понимаете, вы говорите прямо, конкретно, понятно, то есть мы понимаем, да, а вот когда на половине дела, как, грубо говоря, нас адвокатской поддержки у нас уже не было, то есть они фактически есть, но номинально мы их не видим, так нехотя на процессы, как говорится, приезжают, и слава богу, это вот благо, вы есть еще какая-то надежда, да, то есть вы по первому требованию откликаетесь, как бы нам немножко глаза приоткрываете, потому что мы же первый раз судимся, хоть уже 2 года, но все равно у нас опыта нет. У них, знаешь, какое было предложение с самого начала, просто проиграть и не исполнять. Да, то есть она вот в середине дела адвоката сказать, да ладно, не исполняйте, ну, если что-то там начнут то приставы доставать, переедьте там в Дубай куда-нибудь, там в Израиль, там куда хотите, ну, типа, есть возможность уедете из страны. Вот их предложение. Да, и скорее всего там Фишер просто им денег дал. Ну, мы обсуждаем то же самое, мы по кругу вот берем ложку, да, суем в кастрюлю ну, пускай будет с кашей, и мешаем, мешаем, мешаем. Да хватит уже этим заниматься. Вам изначально, я, все, даже они вам изначально говорили о том, что да неисполнимо это решение суда, да плевать на это решение суда. Как и на этих судей, которые себя так ведут. Сейчас вопрос идет не об этом. Я когда сказал Чебыкину, 240 тысяч хочет судебные расходы, он на меня смотрит, глаза вылупил и думает, это, блядь... Он что, за бесплатно работает, получается? Я у него спрашиваю вообще, ну какие расценки? Дайте мне справочку о том, я там свою справочку предоставлю, о том, какие судебные расходы. Он говорит, ну максимум 60 тысяч, ну максимум 60 тысяч, вот такие семейные дела, там, определение порядка общения и тому подобное. Что за бред? Какие 240 тысяч? У Тимофея вообще в мозгу что? Насрана или что? Она что, кого в себе увидела? Так вот, понимаете, как вот так вот выглядит, вот когда буром пруд проплачивают. Мы к чему у нас, к делу-то? Мы хотим вам поручить кассацию написать, там, мы заплатим, сколько скажете. Смотрите, я еще раз говорю, у вас готовая кассация. Берете апелляцию, меняете на слово «кассационная жалоба», сокращаете ее еще раз, как можно больше, и отправляете. Все. Ну хорошо, тогда давайте я, значит, вот свою версию, которую вы тогда одобрили, апелляционную, ее просто заменю на кассацию, в общем, скину, вы проверите, там может быть что-то добавить или наоборот еще больше сократить. Да, и да. Мы тогда в днях отправим, да. Да, именно так. Я здесь вижу один только акцент. Один акцент, который нужно хорошо раскрыть и показать именно нормами права. О том, что фактически происходит изъятие ребенка из семьи, и это решение, оно априори невыполнимо. Ну невыполнимо, я не отдам ребенка своего малолетнего, ну даже бабушке, ну я не отдам, понимаете, только через мой труп. Что значит, ну и что дальше, тем более у меня конфликтная ситуация, судья областной, район, они признают наличие конфликта, и начинают там что-то еще, какие-то оценки давать. Да просто сам факт, конфликт бабки с отцом говорит о том, что ну нельзя ребенка в этой ситуации отдавать бабке. Ну да, согласна, что-то да. Допишем Светина еще про конфликт там. Нет, у меня там есть про конфликт, просто более компактно. У меня, по-моему, там 3 странички. Не надо про конфликт ничего писать. Не, послушайте меня, я вас прошу. Не надо писать про конфликт. Пишется 1 строчка. Конфликт. Точка. Не надо отписывать, кто там это колдует, кто там что. Не надо это писать. Просто одно слово. Существует конфликт. Точка. Окей, вы просмотрите это самое. Да, порецензируйте тогда. Там, послушайте меня, там никто не будет вот это читать. Я понимаю, что хочется написать. Ну посмотрите YouTube, посмотрите, ведь кругом все говорят об этом. Да не пишите вы вот это максимально коротко, только нормы права. Все, не надо ничего вот этого мусора, не надо. Все договорились. Судьям не интересны ваши истории. Они каждый день десятки таких дел рассматривают. Их тошнит от ваших историй. Это вам это интересно.
А им противно слушать ваши вот эти рассказы и тому подобное. Из-за вот этих вот ваших рассуждений на бумаге теряется мысль. Человек не может вообще уловить, что вы хотите. И на чем основано ваше хотение. Мы поняли, да. Мы примем. Критика справедливая, согласная. Смотрите, насчет вы там написали, если у нас будет касаться отправлено, в принципе, это и основание для переноса по издержкам также дополнительно, нет, я так понимаю, правильно? Нет, абсолютно не имеет никакого отношения. С 30-го у вас будет рассматриваться ходатайство, 30-го она вынесет определение о взыскании с вас судебных расходов. Здесь вопрос стоит только об одном, в каком размере. Вот. Так смотрите, а если, допустим, касация отправит... наделаны пересмотры, допустим... Еще раз говорю, давайте попробуйте меня услышать с одного раза. Понимаю, что я говорю второй раз. Говорю, нет. Услышали? 30 числа будет вынесено определение о взыскании с вас судебных расходов. Никакая кассация, надзорная инстанция никак не влияет на решение, которое будет принято судьей. Решение суда вступило в законную силу, на законных основаниях подано ходатайство о взыскании судебных расходов, дальше судья выносит определение о взыскании с проигравшей стороны судебные расходы в разумных пределах. Вот наша задача не согласиться с доводами стороны, которая заявила о судебных расходах, и это обосновать. Ну, в принципе, я обосновал так, как я обосновал, вы читали. Да, да, да. Я максимум вижу... 60 тысяч рублей. Вот это максимум. Потому что то, что 11 судебных заседаний было, это не означает, что как бы за каждое судебное заседание надо брать по двадцатке. Это во-первых, да. Во-вторых, как бы, ну, договор-то заключен не на конкретные услуги, а на абонентское обслуживание. Ну вот она там получала какие-то консультации в месяце. То есть она могла ни разу ничего не получать в течение месяца, а могла получать хоть каждый день, понимаете? К делу не имеет никакого отношения. Да, Верховный суд сказал, что и по таким договорам можно взыскивать, когда не определена конкретный вид оказываемых услуг, объемы, цена и все. Судья просто выносит в разумных пределах. И здесь как раз именно важно показать судье, что категория дел простая. То, что судья затягивала, ну, судья там, стороны, неважно, затягивали аж на 11 судебных заседаний. Из них 3 судебных заседаний откладывались только почему? Потому что сторона уточняла свои исковые требования. Потом там экспертиза, третьи лица привлекались. То есть, по сути, само содержание вот этих процессуальных моментов были несложные, простые. 60 тысяч делим на 10, это 6 тысяч судебных заседаний. Ну какие 240 тысяч, ребята? Четверть миллиона, вы что, за что? Чтобы отобрать в семье с ребенком малолетним 240 тысяч на судебные расходы. Так бабушка вообще какой головой думала, когда подписывалась под такие судебные расходы? Понятно, что это ее личное дело. Но это первый момент. А второй момент, так а почему? Ну я материал дела не видел. Но почему она не предоставила документы, подтверждающие, что фактически эти расходы были понесены? Адвокат Тимофеева должна предоставить... документы подтверждающие, как минимум квитанция, она же должна налоги платить. Я как бы открою для нее, наверное, секрет, что как бы с этой суммы должны платиться налоги. Ну, у них, видите же, они привыкли скрываться от налогов. Дома не зарегистрированы, в которых они проживают. То есть у них там... Условно говорю, нам с вами нужно нарисовать много судебных расходов, да? Вы мне переводите 20 тысяч... Я вам их обратно, ну, туда-сюда гоняю, ну, на бумаге рисую, что как бы вы мне перевели полмиллиона, да, там, условно говоря, да? Ну, по факту вы мне ничего не перевели, на бумаге сделали, что я от вас получил полмиллиона, ну, реально я их не получил, я их никак не заявил. Я квитанции строгой отчетности не оформил, соответственно, я их никак не учитываю, я с них налоги не плачу, это не мой доход, это я пытаюсь обмануть суд. Мы пытаемся обмануть суд, так сказать, нагнуть другую сторону на судебные расходы, заработать, так сказать, на пустом месте. Кассация что там может? На дополнительное пересмотр продолжается? Как это будет там перспектива дальнейшая? Кассационный суд отменяет решение, определение, ну, короче, все отменяет и направляет на новое рассмотрение. Понимаете, здесь в чем смысл? В принципе, у бабушки беспроигрышный вариант. Почему? Потому что
ее исковые требования так или иначе подлежат удовлетворению с точки зрения, если бы они были грамотно составлены, понимаете? То есть суд ей не может полностью отказать в общении с ребенком, а может удовлетворить частично. Но главное, что удовлетворить, понимаете? Исковое заявление об определении порядка общения с ребенком, оно в принципе выигрышное, понимаете? Это как исковое заявление о разводе. Если я подаю заявление о разводе, суд меня в любом случае разведет. Иск выигрышный. Точно так же, если я подаю на общение с ребенком, он в любом случае удовлетворит. Полностью, частично, неважно, удовлетворит. Соответственно, те расходы, которые я понесу, я так или иначе частично я возмещаю. То есть нужно исходить из того, что вот этот иск так или иначе со стороны суда будет удовлетворен, потому что она потом до такой степени доуточняется, что в итоге на что вы согласны. Но естественно из этого порядка должно быть исключено вот этот момент, касающийся изъятия ребенка. Ведь я не смотрю все остальные доводы, и в принципе и вы с ними согласны. Да ради бога пускай общается. Да даже пускай еще общается больше, чем положено, условно говоря, по закону там еще что-то. Но не надо путать одно место с другим местом. Все-таки нельзя ребенка забирать. Это вот абсолютно разные вещи. Вот в этом суд должен отказать. Потому что если бы она вот этот момент исключила, то вы бы сказали в суде, вот этот уточненный порядок общения соответствует и нашим интересам, и бабушке, и ребенка, все. На этом прошу производство прекратить. Мы признаем в этой части исковые требования. И все на этом, понимаете? Судья утверждает вот этот порядок, который вы согласовали, и все. У вас же, я так понимаю, камень преткновения как раз именно вот эти вот 3 недели, которые связаны с изъятием ребенка, правильно? По остальным моментам вы же согласны или нет? Да, да. Мы согласны, да. Вот, и именно в касатке нужно это указать. Но только зачем доводить до абсурда? Ну смотрите, сейчас бабушка забрала на 3 недели, завтра исковое заявление подаст дедушка, тоже на 3 недели. Потом еще какой-нибудь родственник найдется, тоже там ребенка, и что он будет туда-сюда его тягать, что ли? Ну абсурдность решения. Ну, мысль мою услышали, что в любом случае иск будет в пользу бабушки, вопрос только полностью, либо частично. Естественно, если кассационный суд отменит и дело вернется на обратное рассмотрение, то суд удовлетворит иск либо в части, если бабушка не уточнит свои исковые требования, либо удовлетворит полностью, если бабушка уточнит свои исковые требования и откажется от этого бредового требования об изъятии ребенка из семьи. Но вы в суде можете в любой момент сказать, что если она отказывается от этого, то мы признаем порядок, все, готовы заключить мировое соглашение, ну как угодно это оформить, то есть все, вопросов нету. Пускай общается, кто ж ей запрещает? Ну это я сейчас уже по кругу одно и то же гоняю, ну вот в принципе я все сказал. Ну да, все, мы все поняли, спасибо. Исковое заявление так или иначе будет в пользу бабушки, вопрос только в том порядке, который должен быть по закону, это первый момент. И второй момент в тех судебных расходах, которые вы должны все-таки компенсировать, потому что заявленные со стороны Тимофеевой судебные расходы, они неразумные. И я очень сильно сомневаюсь, что их фактически сторона ИСА понесла. Да, по документам они показали вот эти абонентскую плату, 20 тысяч в месяц, но я не верю в эти сказки. Я не верю, что нормальный, разумный человек заплатит 240 тысяч за вот такое дело. Либо Тимофеева ее настолько уверила, что вам эти деньги вернутся, либо они просто провели вот эту махинацию, мотая вот эти деньги по кругу. Бабушка Тимофеева, Тимофеева обратно, бабушка Тимофеева, ну вот это вот, понимаете, просто чтобы чеки показать. Все возможно, да, потому что там были моменты, что Тимофеева Льву, вот когда он приезжал на заседание, вы за все будете платить. Она ему постоянно вот это вот, ну, в коридорах суда говорила, вы за все будете платить. Конечно, вы за все будете платить, понимаете, открытым текстом ему говорила. А что вы думаете, вы же будете платить за все? Надо, чтобы 30 числа судья взыскала максимум 60 тысяч судебных расходов. Максимум. И в, так, 240 минус 60, и в 180 тысячах отказала. Ну, мы бы этого тоже хотели.
Ну, посмотрим. Посмотрим. Давайте. Ну, по логике, конечно, должна судья вынести нормальное решение. Но если она не вынесет неадекватно, конечно, надо будет обжаловать ее определение о судебных расходах. Ну, потому что я не думаю, что она 240 взыщет. Ну, это ненормально будет. Услуги юристов, адвокатов – это тоже товар, который продается, на который есть спрос и предложение. Ну зачем покупать за 240, если можно купить за 60 или за 40 можно купить? Ну логично или нет? Ну конечно, да. Ну вот я иду в магазин, висит две одинаковые куртки, да? Одна за 100 тысяч, а другая за 10 тысяч. Какую я куплю? Они абсолютно одинаковые. Ну я куплю за 10 тысяч, это разумно. Все понятно. Я думаю, что судья это все прекрасно понимает. Мы сейчас вот обсуждаем очевидные вещи, как и очевидные вещи по вашему делу, как по ребенку, как по отключению электроэнергии. Просто вот я говорю, я удивляюсь, кто там сидит? Кто там сидит? Что там за люди сидят? Вот наши, вот эти ролики, которые делаю, я не знаю, может быть, как-то на них это повлияет. Ну почему они такие? Это, ну, я не могу сказать, что они глупые. Понимаете, Владимир, от безнаказанности. Потому что друг друга покрывают, и они это знают, потому что они выполняют тоже чьи-то услуги, поручения, и знают, что их за какой-то, ну, во-первых, у них там неприкосновенность и, ну, свои нюансы по работе, что они несут ответственность, ей так показалось, понимаете, и они знают, что их прикроют. Поэтому чувствуют вот эту безнаказанность. Но вы своими роликами, и не только вы, то есть в России же много таких людей, которые потихонечку эту проблему выносят на всеобщее обозрение. Это очень важно. Потому что люди должны прозреть наконец-то, потому что они с верой идут в суд, а их там просто вот облапошивают. Ну да. Ну посмотрим, посмотрим. Я говорю, вот сегодня вот сейчас выложил ролик по поводу... Было у меня судебное заседание по залитию квартиры, там ущерб возмещению. Ну тоже судья, ну та же самая Маслова. Ну что ты дуркуешь? Вот я сижу, смотрю на нее, там понятно, что там Чебыкин там изгаляется как только может, придумывает того, чего нет. И она подыгрывает, она сидит просто подыгрывает. Я уж думаю, ну дело-то не политическое, нет никакой заинтересованности. Ну судятся люди, которые не имеют никакого там... влияния, доходов, там, ни взятки занести не могут, ничего. Просто это ее желание, вот, не знаю, может мне по носу ударить и тому подобное. Я там начал ей делать замечания, она такая, раз, типа, я как бы председательствующий, я решаю, определяю как порядок. Да кто ж ставит под сомнение? Они так, прям такое ощущение, как будто я у них стул из-под задницы выдергиваю и говорю, что ты не судья. Да ради бога суди, так суди по закону. Ну да. Так если по закону доход не тот, тоже, Владимир, вы же поймите, им же тоже нужно как бы, им же надо в два горла кушать. Ей ни жарко, ни холодно не будет, какое она вынесет решение. Просто вынеси в данном деле справедливое решение. Вы как бы мешаете им спокойно воровать. Понимаете? Ну кому я мешаю воровать? Ну кому я мешаю воровать? Да я никому не мешаю воровать. Ни своими роликами, ни своим существованием, ничем, понимаете? Я ничего не меняю, изменить в принципе не могу. Я никакую угрозу не представляю, ничего абсолютно. Им плевать просто. Это просто у них желание просто показать мне, там, другим людям, что вы настолько ничтожествы, что я ничего не боюсь. Это как вот сотрудники полиции, вот ролик я выложил, два мента в наглую послали мужика за бабками. За 80 тысяч вымогали взятку, понимаете? Вот сейчас там что-то суетятся. Вроде как дело передали в Следственный комитет. Я надеюсь, что их все-таки привлекут к уголовной ответственности и как-то накажут. Если они, естественно, там что-то не сфальсифицируют, что-то не уничтожат и тому подобное. Так через неделю их начальник прибежал уже какие-то объяснения брать, понимаете? Хотя данное дело подследственно Следственному комитету. Сотрудники полиции вообще не начальники, никто не имеет права вообще объяснения брать и тому подобное. Явно завязано не как-то. Эта система не может работать так, что два мусора, я их так назову, начали брать взятки на дороге. Да ни хрена! Они никогда такого делать не будут, если их сверху не прикрывают. Они должны заносить определенную долю, чтобы иметь определенные гарантии. Конечно. Так это у нас так страна устроена.